Эта операция нужна либо при снятии руля, вот, либо при проверке контактов и сигнала. А, у нас сейчас аккумулятор сброшен. Вот. Либо она нужна, если хотите сделать заначку от жены. Друзья, всем привет. Небольшой ролик на, собственно, тему «Вопрос-ответ». Да, я делал анонс новой рубрики, и сейчас время от времени снимаю ролики на вопросы, которые вы задаете в нашей группе ВКонтакте. Вот ее адрес. Можете обращаться. Поступил такой вопрос, как снять крышку звукового сигнала на руле. Вот, расскажу, мне несложно. Дело в том, что эта операция нужна либо при снятии руля, вот, либо при проверке контактов и сигнала. А, у нас сейчас аккумулятор сброшен. Вот. Либо она нужна, если хотите сделать заначку от жены. Вот. Я вас сейчас научу этому. Все очень-очень просто. На самом деле, кнопка крепится просто на защелках. Ее достаточно потянуть на себя, правда, достаточно сильно. И она останется у вас в руках. Вот так вот двумя руками. Беретесь просто за крышку. Вот. И все. Вот так вот она снимает. Можно сделать здесь заначечку от жены, вот, от таможенной службы. Вот, я, опять же, ни к чему не призываю. Таможенники знают эту фишку. Вот. Ну и, собственно, когда будете одевать обратно, ну и, разумеется, если вам нужно снять руль. Руль будем снимать тоже отдельно, будем показывать, как это делается. Вот. Будете одевать обратно, обязательно оденьте вот этот разъем. То есть он снимается. Вот. Одеваем разъем, иначе просто сигнала не будет. Выравниваем по защелкам и посылаем крышку вперед до защелкивания. Все, она на месте. Вопрос-ответ. С вами был Владимир Труфанов, Мир Матизов. Обращайтесь. Напоминаю, что ваши вопросы вы можете присылать в нашу группу. Есть специальная тема, где я собираю вопросы, не отвечаю, собираю просто, снимаю видео-ответы на них. Ну и, собственно, буду рад. Если чем смогу помочь, буду рад. Всего хорошего. Надо, короче, стоматологию в партнеры позвать и показать, как зубы, рулем выбивать зубы. Снять ролик, короче, да, одеть капу. Прикинь, берешь силиконовую капу такую, одеваешь, снимаешь. Хренак!